Новости робототехники номер 44, ноябрь 2023. Привет, каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий. В сегодняшней подборке в Японии открылся приют для роботов. В США показали робота-бортмеханика. Гонки на дронах, искусственный интеллект стал быстрее человека. И другое. В Японии открылся приют для роботов. Японское подразделение Sony разработало программу приемных родителей Айба для помощи брошенным роботам-собакам. Сделано это с целью уменьшения количества электронных отходов. Роботы будут отправляться в медицинские учреждения, приюты и другие социальные организации. Айба, выпущенный в 2018 году, представляет собой робота-щенка с искусственным интеллектом, реагирующего на поглаживание и голосовые команды. Владельцы, избавившиеся от электронных питомцев, могут передать их компании, которая направит соответствующие организации, предоставляющие эмоциональную поддержку. Эта инициатива направлена на более ответственное обращение с роботами-животными и поддержку учреждений, нуждающихся в эмоциональной помощи. Интересно, что в Японии существуют проблемы с брошенными роботами, потому что во всем мире этих роботов перепродают и охотно покупают за большие деньги. Даже старые модели Айба в 20-летнем возрасте можно найти на маркетплейсах за эквивалент $1000. SensiWorm – робот-бортмеханик. Производитель авиационной техники GE Aerospace представил нового робота SensiWorm, который напоминает червя и предназначен для проверки и ремонта реактивных двигателей самолетов. Гибкий механик оснащен камерой, способной обеспечить операторам удобный доступ для осмотра сложных конструкций без предварительного демонтажа. Этот аппарат обладает способностью передвигаться по внутренним компонентам двигателя, включая вращающиеся лопасти ветрогенератора, что повышает безопасность самолетов. SensiWorm может выявлять препятствия, измерять толщину теплозащитных покрытий и даже обнаруживать утечки газа. В случае сложных проблем робот-червь отправляет видеозапись оператору, предлагая решение. Эта технология позволит проводить более тщательную диагностику, что сократит аварийность, время ремонта и часы простоя, и в конце концов снизит стоимость перелетов. В перспективе SensiWorm сможет даже выполнять ремонтные работы без посторонней помощи. Подробности о текущем этапе разработки в реальных условиях не разглашаются. Гонки на дронах. Искусственный интеллект стал быстрее человека. Помните, когда IBM Deep Blue выиграл у Гарри Каспарова в шахматы в 96 году? Или Google AlphaGo разгромил главного чемпиона в Го Лю Сидоля в 2016 году? Эти соревнования, в которых машины одержали верх над чемпионами людьми, являются ключевыми вехами в истории искусственного интеллекта. Теперь группа исследователей из Цюрихского университета и компании Intel установили новую веху, создав первую автономную систему, способную победить чемпионов среди людей в физическом виде спорта – гонках на дронах. Искусственный интеллект по имени Swift выиграл несколько гонок у трех чемпионов мира – в гонках дронов с видом от первого лица, где пилоты управляют квадрокоптерами со скоростью более 100 км в час, используя при этом связанный с камерой на борту шлем. Среди многих потенциальных применений автономных дронов есть такие, как мониторинг лесов, киносъемка и использование в сложных сценариях типа пожаров. Пентагон создает армию с тысячи боевых автономных роботов. Минобороны США планируют в ближайшие 2 года получить и начать использовать 1000 автономных военных роботов для противодействия растущей мощи Китая. Инициатива под названием «Репликатор» нацелена на сотрудничество с оборонными и другими технологическими компаниями для производства больших партий доступных систем для всех видов вооружений. Проведенные в Пентагоне военные игры показали, что большие стаи роботов могут стать решающим элементом для США в отражении любого крупного китайского вторжения. Системы вооруженных сил, способные к различным степеням самостоятельной работы, стали все более распространенными за последние 10 лет. Однако масштаб планов США показывает, что будущее конфликта изменилось. Наступила эпоха военных роботов.
Новая программа нацелена на разработку сухопутных, морских, воздушных и космических роботов, способных выполнять сложные военные миссии без вмешательства человека. Toyota обучает роботов в рекордные сроки. Специалисты из исследовательского института Toyota, TRI, представили инновационный метод ускоренного обучения роботов, используя искусственный интеллект, осязание и наблюдение за человеком. Процесс занимает несколько часов, позволяя машине освоить разнообразные сложные навыки. Система основана на осязании, оператор, управляя пультами, демонстрирует роботу необходимые движения. Искусственный интеллект создает внутреннюю модель успехов и ошибок, проводит тысячи симуляций, определяя оптимальные приемы. Роботы таким образом могут осваивать новые навыки за короткие сроки. Исследователи утверждают, что с использованием этого процесса обучили робота более 60 сложным навыкам, включая разлив жидкостей, работу с инструментами и манипуляции деформируемыми объектами. Например, робот успешно приготовил завтрак в детском саду. TRI планирует расширить набор навыков до 1000 к концу 2024 года. Это были основные новости робототехники за ноябрь 2023. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.org. Посмотрите все выпуски, чтобы узнать о главных событиях робототехники последних трех лет.